7 airlines, 10 minutes. Желаем вам приятного полета. Attention please, boarding for Russia flight 6357 and Aeroflot flight 6357 to Mineralnye Vody is open now, but gate number D08. The gate number has been changed. Please prepare your passport and boarding pass. We wish you a nice flight.
The entrance of the town, foundation is great, the section.
конечно, я энергию это полетела. Обращаю ваше внимание, что в течение всего полета вам необходимо оставаться в защитных масках. Маска должна полностью закрывать нос и рот. Допускается снятие маски только во время приема пищи. Сразу после приема пищи маску необходимо надеть. Выполнение этого требования является обязательным условием для совершения полета.
В случае невозможности выполнения требования по ношению защитных масок в полете, просим вас немедленно проинформировать бортпроводников и покинуть борт воздушного судна до начала полета. Благодарим за внимание. Маршрут был Санкт-Петербург, Краснодар. Время в пути ставит 2 часа 30 минут. На текущий момент в Краснодаре хорошая погода, температура плюс 10 градусов по Цельсию. Также нашему самолету необходимо пройти противовоздушную обработку. Прошу вас оставаться на своих местах с пристегнутым ремнем безопасности. Желаю приятного полета. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. My name is Sergei Islamov. I would like to wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. On behalf of our crew and Asia Airlines, I would like to welcome all the craft to the Airbus A319. Our flight today is from St. Petersburg to Krasnodar. The flight. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the safety features demonstration. Наш самолет имеет 6 аварийных выходов. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту, передней, средней и хвостовой частях самолета. Our aircraft has 6 emergency exits. The emergency exits are located on the left and right of the cabin, in the front, middle and rear parts of the aircraft. Все выходы оборудованы надувными трапами. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». All exits are equipped with inflatable location signs, which exit is marked with an exit sign. Цветная дорожка для прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. The escape on lighting along the island, that's the exit. Please take a moment to locate the exit near to you. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. In the event of cabin decompression, oxygen masks will automatically drop down from overhead panels. Потяните маску на себя, pull the mask towards you. Снимите средства защиты, remove face covering. Поздно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем, дышите нормально. Place the mask over nose and mouth, secure it as demonstrated and breathe normally. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. If you are traveling with a child, put your mask on first and then attend to the child. Ваш ремень безопасности должен быть застегнут после включения табло «Застегнуть ремни». Your seatbelt must be fastened whenever the fastened seatbelt sign is on. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. To fasten seatbelt, insert the belt deep into the buckle. Туго затяните ремень, tighten the strap. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To release the seatbelt, leave the buckle cover. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане кресла перед вами. Просмотрите ее внимательно. You can get more detailed information about the onboard safety equipment from the safety instruction card located in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Если у вас возникли вопросы по аварийно-спасательному оборудованию, пожалуйста, обратитесь к бортпроводникам. If you have any questions on safety device... Thank you.
повторному взлету просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключить. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем приятного полета. Ladies and gentlemen, the craft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode switched off. Your seatbelt is fastened, your seat in the upright position, and your bag will be stored. We wish you a pleasant flight.
совершил посадку в Краснодаре, аэропорт Пашковский, имени российской императрицы Екатерины II. Местное время 19:35. Температура плюс 10 градусов по Цельсию. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями до выключения табло «Застегнуть ремни». Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы в спинках впереди стоящих кресел и багажной полки. Обращаю ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса «Бизнес». Еще раз приносим вам свои извинения за задержку вылета и причиненные неудобства. Дамы и господа, уважаемые гости, нам было очень приятно принимать вас сегодня на борту нашего самолета. Наш экипаж от всей души благодарит вас за полет авиакомпании «Россия». Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Krasnodar, Pashkovsky Airport. May you ask the Russian employee schedule to integrate. The local time is 7:35 p.m. The temperature is plus 10 degrees Celsius. To ensure safety, please remain in your seat with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is on. Please ensure to call your belongings when you are leaving the aircraft. Keep the seat pockets in front of you and over your knees. Please hold in your right. The business class passengers taxi the aircraft first. Then yes, we are happy to host you on board our plane today. Our commission thanks you for flying with Russia Airlines. We look forward to see you again. Thank you, goodbye. Спасибо.